Красноярские врачи вернулись с зарубежной стажировки. В Германию они отправились еще в октябре. Это была большая команда травматологов, инфекционистов, рентгенхирургов и трансплантологов. Последние осваивали новые технологии по пересадке донорской печени. Альфия Еремеева расскажет, чему научились красноярские медики. Здравствуйте. Ну что за самочувствие? Первую пересадку донорской печени в Красноярске провел Дмитрий Ложкин, заведующий первой хирургией краевой больницы. Это было 3 года назад. С тех пор в этих стенах сделали 26 таких операций. Но учиться всегда есть чему, говорят медики. В немецкой клинике Шарите наши врачи смогли не только посмотреть на работу европейских коллег, но и поучаствовать в процессе. Это были резекции печени, это были трансплантации печени. То есть именно то, зачем мы ездили. Смотрели их опыт, технику оперирования, использование каких-то расходных материалов, которые помогают провести операцию быстрее, с меньшими рисками для пациента. Новые знания врачи получили как раз в канун открытия хирургического корпуса краевой больницы. Оборудование там уникальное не только для края, но и для всей России. Кстати, это не первая зарубежная поездка красноярских медиков. Буквально год назад, когда мы вернулись с клиники немецкой, несомненно, были какие-то моменты, которые нам бы хотелось заполучить в свою клинику. Где-то, возможно, в каком-то оборудовании немецкие клиники были чуть более лучше, потому что это все-таки европейские клиники, где немножко другое финансирование. На сегодняшний день, учитывая то оборудование, которое было установлено в новый хирургический корпус, я могу сказать, что наша больница находится не то что на уровне немецких клиник, она его по многим параметрам превосходит. Отправлять врачей на практику за рубеж год назад предложил губернатор края. И не на несколько дней, а на долгое время. Первыми на стажировку тогда отправились красноярские кардиохирурги, онкологи, травматологи и неврологи. Мы с прошлого года, как вы знаете, начали практику направления наших состоявшихся молодых медиков на зарубежные стажировки. Мы будем увеличивать финансирование на такие стажировки, а также будем приглашать зарубежных специалистов для краткосрочной работы здесь. Своим пациентам немецкие медики очень подробно рассказывают о заболевании и методах лечения. Это то, чему можно поучиться у зарубежных коллег, отметили наши врачи. Альфия Еремеева, Станислав Смирнов, 7 канал.